30 лет мы живем в стране с несменяемой властью. Преемник Токаев врет о новом Казахстане. Но вы сами видите, что никаких изменений нет. Ситуация все так же плачевная. Цены растут. Зарплаты все такие же мизерные. Социальные проблемы не решаются. Топливо дорожает. Народ становится еще более нищим. Одним словом, жизнь в Казахстане только улучшается. Народу, живущему в стране с богатыми природными недрами, сегодня приходится выживать. Продукты и товары народного потребления дорожают с каждым днем. Экономические трудности вынуждают работодателей сокращать штат своих сотрудников. Тысяча наших соотечественников сталкиваются с острой проблемой безработицы. У многих кредиты, ипотеки, долги и, конечно, семья, которую нужно кормить и обеспечивать хотя бы самым необходимым. Мы устали терпеть это и приняли решение создать партию «Алга Казахстан». Мы объединились и призываем объединяться вас, чтобы построить крутую демократическую страну, в которой уровень жизни позволит обеспечивать себя и своих детей не грязных кредитов, развиваться и регулярно путешествовать. Для этого мы добиваемся регистрации нашей партии. В дальнейшем проведем съезд, примем устав и программу. В дальнейшем будем участвовать в парламентских выборах. Добьемся парламентского большинства, которое будет решительно и бескомпромиссно защищать интересы народа в парламенте. Призываем вас также объединяться, чтобы построить крутую демократическую страну, в которой уровень жизни позволяет достойно обеспечивать себя и своих детей.